Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть метро. Исход. Продолжить. Метро исход. Встретился с Аней в порту, она доложила обстановку. Караван находится под вооруженной охраной, но если нам удастся захватить капитана, остальные должны сдаться. Можно все провернуть по-тихому или пойти в открытую. Что бы я ни выбрал, спартанцы меня поддержат. Главное — добраться до капитанской рубки. Вот так у нас спецоперация сегодня. Давай, прогружайся. Есть. Итак. Так, что у нас где-то? Бам-бам-бам. Так. Угу. Все понятненько. Все, пойдем. Блин. Чего так долго-то? Так и ночь кончится. Чего так долго? Не убивайте их. Блин, их там трое. Да там еще. Прям здоровски так устроились. А как же я? Так. Вот сюда. Ну-ка, что наверху? А, здесь я уже был, все. Осторожно, справа. Так. Так, вроде неплохо. На нас напали! Ты чё кричишь? Раскричался бы. Где ты видишь? Все было тихо. Давай. Ну покажись. Блин. Огонь, его заметили, огонь! Да где ты, падла? Вот только что тебя видел. Ха, мила.
Давай, хрен вы меня достанете. Молодец. Опа, взяли все с него. Да пригнулся я. Кто тут еще остался? Так. Я не понял, это наш, что ли? Так, понятненько. Так, все понял. Мы зелененьким отмечены. Так. Так. Чуть не пропустил. Ну-ка. Вот так. Нечего ресурсами разбрасываться. Автомата нету, нет? Свиньи. Это вниз лезть. Да, ну только мы наверх сначала. Там вроде снайпер должен был быть. Есть. Слазим. Что мы тут ищем? А, сдается, подожди. Наверх. Сейчас захватим, подожди. Все равно ничего больше не пойдет. Ну, хоть сразу не. Так. Все, что надо, взял. На. Что у нас с аптечками? Так, это что такое? Классический одинарное одежда. Какое у меня? Вот есть. Получше. Спускаемся. Блин, а раньше ползал кого-то там втихаря. Так, отпусти животное.
Отпусти, ну отпусти его, пусть он... Не обижай его. Кого-то ползал, прятался, вон так вот надо было. На. Так. Все пока нормально идем. Вот. Да не собирался тебя убивать. Ага. Знаю. Что такое? Давай. Ура! По местам стоять, якоря сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем и часов до четырех в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, и они все после на утренний сон. Да, в собачье время само то. Ох, вот сейчас-то мне придется. Надо, чтобы нас не заметили в конце там, по-моему, если я не ошибаюсь. Или вообще. Артем, князь, мы к того. Приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костер. Ничего. Там кабина управления. Была. А теперь молельня. Поближе к городу возьму. Молельня. Ну и вам, значит, все туда. Я пока охране зубы заболтаю. Блин. Глушаки, блин, только одевать. С глушаками работать. Эй, на берегу! Держи конец! Держи, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Хлебалом. Артём, погнали. Да погнали. Тобой тапки. Удачи. Ой-ой-ой. Так. Мне очень срочно нужны. На. Так.
Давай. Где вы сами-то? Не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Следующий. Вот это не ты? Давай. Рыба. Готов. Так. Тут по-другому как-нибудь можно ко мне попасть сюда? Где ты? Давай. Давай. Блин, надо припасов еще. Два раза вы мою душу спасти хотите. Тут ничего из книг нету? Звук на три. Понятненько. Где ты? Отпустите. Что там, все священники такие падры прямо нахрен.
Так, пока нормально идем. Понятненько. Так, здесь я уже точно все сделал. Как-то вниз можно спуститься. Проклятие! Покойся с миром, брат! Так. Ищем проход. Не понял. Проход по низу где-то. Где-то еще должен быть. Вот он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте. Да ни хрена не так. Так. Вот вы где прятались. Ходили вон там. Так. А я-то выпендривался прошлые разы. Кого-то потихонечку. Ну хотя у меня там, да. Делать-то нехер было. Сверху там никого нет. Вот эти бочки, если только, блин. Вот так вот они меня поди и подрывали там. Так, это надо как... А, поднять как-то надо. На. Артём, я почти на месте. А у тебя там, кажется, весело. У меня, да. Блин.
и соблазны сатаны, и яд его. Ибо лишь только тот, кто отринет тот и атом, и машины всякие, пройдет царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, как? Пропустит хлебные чертоги Господа. Блин. Подождите. И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным щадящий. Так, на меня пока не обращают внимания. Давай. На. Давай. Так. Так, получается пока. Да откуда, кто барабанит где? Давай. Какой у тебя тут патруль? Два раза. Давай, где еще один? На! Хоп! Сзади, да, был? Ладно. Давай-ка посмотрим, что здесь мы имеем.
Так. Еретик, значит, да? Сейчас мы захреначим вас, блин. Что сразу еретик? Вы прям все такие умные и правильные. Там внизу, где там? Следующий. Так. Вы, наверное, может, сюда пошли. Теперь сюда. Вот, еретик, это внизу. Да подожди ты. Охренеть. Давай-ка вы их высунь. Вот так. На! Хоп! Давай, что ты только сделаешь? Так. Да, много подсобрал-то с них. Что у нас есть здесь?
Трупы охраняем, да, значит? Ладно. Так, наверх или вниз? Давайте сначала вот здесь просмотрим. Это ночью тут прятаться надо было. Обходить вот этих вот чуваков. Вести подрывную деятельность. Кружить. А мне что сейчас кружить-то? Кого водить-то тут? Все. Напрямки. Все, пока, да? Немного, конечно, тут вот рисковато подниматься. Ну давайте смотрим. Добрались на 4 километра. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый Артём. Слушайте, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А Катерина пусть тебя больше не беспокоит, понял? Ну что, Катерину с пути истинного сбили за того бога, сами прощания просите. А вот за то, что божьих акцев безоружных убивали, так за то колечко. Ага, безоружных. А вот если бы мы незаметно это сделали, то... Артём, уходи, я тут сам управлю. Ну, там геморройно, правда, очень геморройно. Не управится он. Вот мы потеряли первого. Артём, прыгай! Давай. Вот и первая потеря. Кошмар. Не, ну кто хочет, может, конечно, там выпендриваться, выеживаться и по-тихому все сделать. Это можно, я делал. Просто это долго. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире, и не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям также задурили голову нелепыми догмами. Мол, весь мир мертв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война еще идет. А тут электричество – грех. Такая же нелепость. Вот так вот. Ладно, давайте в пустыню метнемся. Самый такой противный, кстати. Противная не сама пустыня, противно подземелье у нее. Просыпайся. Проснулся уже? Да. Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Давай. Надо, значит, надо. Что мы тут имеем? Так, дневник. Москва. Зима, Волга, весна. А, это вот 20 лет мы считали.
Да. Ладно. Экипаж. Аня, полковник, Дамир. Вот Дамир вот в пустыне будет уходить. Князь, Ермак. Крест. Да. Новый мир. Электроборцы. Это вот ВДНХ. Ганза. Животные, это пока которые видели, стражи. Демоны, это крылатые. Мне кажется, они везде есть. Зверолюди. Мне тоже кажется, это они есть. Царь рыба. Ну, она уже все. Креветка тоже все. Вот собака. Вот кикимора еще только, правда. Снаряжение. Ну, снаряжение, сами понимаете, до хрена я больше, так же, как и... Так, радио. Что нам дает радио? Хорошо. Читаем. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернешься, где нас с мамой искать. Потому что мы с мамой одни остались. И Силанти сказал переезжать в башню, а вагон, не переезжать не в башню, а в вагон. Сказал бросить. А я не хочу. Я хотела тебя в вагоне ждать, а мама сказала, что нельзя. А Силанти сказал, что ты не вернешься, потому что не прошел испытание веры. Но они все врут. И никакие испытания тебе не нужны, потому что вся их вера чушь. Я помню, что ты говорил. Мама молчит, но я знаю, она тоже ждет. Поэтому возвращайся скорее и пойдем от этих дураков. Я тебя очень люблю, Настя. Да, вот девочка-то. Умненькая. Сюда, дядя Артем. Привет, Артем. Да. Так. Все под рукой. И места свободного полно. Все, ладно. Часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерской пошла. Так. Вообще, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать себе по всему будет долго. А патроны... Что, тоже покурить вышел? Ну, это дело. Да. Нет, курить я не буду. Давай посмотрим, что у нас есть еще. Что, ты на гитаре играешь где-то? Во! Заходи, Артем, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Пусть. Степан? Нет, 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 играй. Хотя, конечно, да, музыки у вас прикольные. Артем, тебя полковник в руки. Да ладно вам его хранить. Это же князь. Помните, как он... А ты барменом заделался. Ладно. Ждет, надо идти. Сколько ни бегай, все равно придется. Давай, полковник. Говори. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ДТшник дешифратор подключил. Ковчег. Ковчег, прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. Кем я говорю? Как к вам обращаться? Майор Иванов. Ага, майор. Слышали, как отвечает? Да, понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за незаметность.
Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор. Поэтому прошу, передайте руководству, что ваши бойцы верны присяге и готовы встать второй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, подходит? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. Ну как оптимистично, господи! Как неправдоподобно! Вас отпустят, ага. Сейчас. Во, а, не пустыня, не пустыня. Самое интересное такое. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо, из-за радиации следите. Прием. Месяц, 20 лет, целую жизнь, и она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, ну что за теперь жить будем? Не знаю, а что? О, пипец. Страшно так. Тише, что ты? А девочка права. Пассажиры в рубку и задрается на губы. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть, подожди. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как пройти. Такие маски, пипец. Меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Дочь, а ты почему каска-то у тебя не укрепленная? Вермак, стоп, машина. Че-то путь-то был завален, как вы на дрезине там проехали. Я специально следил. Путь был завален. Давай, дорогая. Пойдем. Добро рот отдать в безопасную зону и всем под броню. Степан остается за старшим. Все ясно. Так, вот. Поехали. Отлично. Поехали. Это точно. Погодка-то да. Ну а с другой стороны-то вон солнышко. Интересно, все разбито. Ограждение, господи. Гора-то вскрыта. А у нас серединка. Не критично, конечно, но все равно подыхать неохота. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал. Да. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем.
Все, мы у цели. Чего только, на каких только тарантаях-то не было. О, это дрянское место, честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Собственно, где мы welcome committee и ковровая дорожка? Добро пожаловать! Да нету там никого в утре! Может, поехали обратно? Смотрите! Ну, чё ты там? Забавитесь! Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонит поезд главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Так. Блин, вот вроде все есть. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Давай. Добро пожаловать. Да вот ни хрена не добро. Да, могли бы и прибраться. Эх, ребятки, знали бы вы, в какую жопу мы лезем. Ты хочешь, а то как заклинит тебя, это же сам министр. Чудо тебя, ночь не спал. Ночь не спал. Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Давай, батька. Ох. Ну, с Богом. А знаете, почему мы их не видим? Ха-ха-ха. Минутку. Дайте-ка я сохранюсь. Закрылась. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Кто вы? Давай. Мясо. Людей жрут здесь, а людей. Это какие-то зэки, я не знаю. А может, действительно военные, только уже другие, блин. Мясо. Как узнали, что ребенок. О, хорошее мясо. Молодое. Женщина. Сейчас я вас напичкаю свинцом по самое не балуйся. Все идет по плану. Все целы. Пока. Что
Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Причем в качестве ужина ты и будешь. Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает. А я всю игру молчу. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Так хочу своего не мой поди. В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Ого, как ты глубоко ошибаешься. Раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Да. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отклониться. Ну, да я вас зубами рвать буду. Да. Ну-ка, вот топорик тогда мне нужен. Давай. Теперь покушаем. Опа, опа. Опа. Вам же сказали, на высшем уровне. Держи. Полковник. Мне кажется, хватит. Всех их. Всех к ногтю. Но сначала найти Аню. Простите, слишком я немного подоучился. Сейчас с ним. Идем. Для нас оборона. Yes, молодцы. Минуту продержимся. Давай, где вы? Хорошо. Ну что, уроды, сейчас будет вам угощение. На. Где ты? Так. Давай, давай. Заходим. Не
Так. Экономим, экономим. Так. Ну точно как наш D6. И лифт такой, exactly. Да, и это очень Давай. Кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Идиот. Артём, на тебя казармы и медблок. Казармы и медблок. Ну, поехали. Артём, твой этаж. Да тихо ты, Темпи. Так. Читаем. Повезло. Как же повезло, что сроки сорвали, а я, дурак, еще премии переживал. Нахера кучки пепла премия? А так правительство так и не прибыло. Так что весь комплекс наш, все запасы. Бункер на целый город с запасами на годы. А нас всего пара тысяч. Плохо только с бабами не протык. Ну ничего, спокойно дождемся, пока радиация рассосется и спустимся с горы. Вернее, вылезем из-под нее. Да уж, повезло. Правительство-то не просто так не приехало, потому что бюджет на запасы кто-то распилил похлеще нашего строительного. Мы-то в конце концов готовы к сдаче, жертвы на складах нету. Понятно, кладовщики, варьё всё. Мы зря с ними разобрались. Но тут, похоже, они не врали. Целый склад и прапорщику за месяц не сожрать. А там пустые стеллажи. Ну, крупы какие-то, макароны. Да и только до конца года в обрез. Вот так вот. Схомячили, короче. Разворовали. Ну, это обычное дело, чё. Можно подумать, тайна-то. Хопа. Я что-то не понял. Что случилось-то? Опа. Так. Так. Теперь. Давайте-ка сделаем все боеприпасов. Хоп.
трупы одни. Кошмарное зрелище. Так. Блин. Её лозит, падла, еще. Хорошо, что ты хоть криками меня предупреждаешь о своем прибытии. Ну ничего. Рука, блин. Подожди, а где это? Все. Так. Голова, видели? Так, тут потроха, внутрянка вон. Тоже. Жарят. Людоеды. Людоеды. А, вот так вот. Все, понял. Мясо. Давай, заряжай. Вот так. Что у вас здесь есть? Так, мутанты гребаные, руки, голова опять, смотрите, на весах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Куча идиотов, смотрите, вот. Ну они же просто гниют, они, кстати, вон подвешали, вон. Я так понимаю, это те вот, кто приезжал сюда. Машин много было, вон они в холодильной камере, нахрен. Да уйдите. Вот тебе и мясо. Неплохо, да? А ты с чем был-то? Вот вроде как с оружием. Показалось, значит, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Полезли тогда.
Так. Все. Вот и все. Вот по туда можно пройти. Ну давайте-ка глянем, вот что здесь у нас. Давай, давай. Читаем. Все просто. Все просто сидят. Живот уже даже не болит. Хорошо, не стал дураков слушать. Много воды пить. Еще протяну недельку. Суставы опухли. Писать трудно. Не могу об этом. Но надо. Неделю назад сварил суп. Пятеро в блоке сразу скопытилось. Накинулись. Я день не мог прикоснуться. Ночью немного попробовал. Сразу выблевал. Все утром пошло. Ничего, как куриный. Зато опять пишу. Думал, дойду совсем. Начинай, как стать каннибалом. Пособие нахрен. Так. Опа. Открытка. Так, открытки тоже можно было, значит, да? Я уж не помню, что можно было, что нельзя. Так. Давай. Лезь. Залез. Что у нас здесь? Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Ну там же это, ну, мясо же. Ты застрявший в текстурах. Ну что, таки будете по одному выбегать? Так, ладно. Много мяса. Я вообще жирненький, поперек горла он всем стану нахрен. Пухляш такой вот. Так. Вот здесь я точно знаю, где-то есть что-то. Открытка какая-то, книжечка. Тут надо искать и искать это все дело.
Так, ага. Смотрите, замаскировали, да. Это ты пропил страну. За страну градеют сами, блин, трупоеды, фу. Так, ладно. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. А свечи плачут за людей. Так. Так. Пока вроде по кубрикам прошелся, так там я был. А где-то? На! Что-то я не понял, что ты его не пристрелил-то сразу? Свет зачем-то вырубил. Вау! 9 из 90-х, 89-й год. Вау! Постеры были, да, раньше такие. Соблюдайте чистоту, ты. Господи. Гребаный трупоед. Так, что у нас здесь? Взяли. Так-то лучше, да, поделал? Вот автомат он хотел достать, падая из-за спины. Так, вот по-моему вниз можно. Это как бы без палева там. Так. Так. Подполз, падла. Близко подошел. Thank you.
Так. Соберем. А что здесь вообще происходит? Так. Надо открывать. Подумаешь, радиация. Больше года прошло, зато не наши. Зато не наши. Им и доли не надо. Пусть между собой жребий тянут. Или еще как. Главное, нам теперь надолго хватит. Колотит всего, ломать, температура, мысли путаться. Фаршал про провинны какие-то говорил. Есть же принесли. Прожревать надо лучше было. То ли прожаривать, то ли прожевывать. Поздно теперь, сука. Мня. Понятненько с вами. Так. Пойдем. Не топайся. Так, легче вам. Тихо. Сейчас вас всех будем. Кто? Кто где? Падла, какой вертлявый. Так. Жалкие огрызки. Так, ладно. Пока неплохо идем. Так. Здесь у нас что? Так, ладно. Здесь у нас без изменений. Так, это все, что я могу пока сделать. Хорошо, я вас поджарил, ребятки. Ориентация, я в норме, я хочу быть в форме. Я хочу быть солдатом. Обниматься с автоматом. Я хочу его трогать. Хочу спасти командира, я... От чего-то от взрыва. Я накрыл своим телом. Я люблю дедовщину. Я считаю, мужчина должен действовать грубо.
Блин, нет, вот так-то как, блин, нам поются-то. Так, как туда залезть? Вот я его там убил. Так. Посюда точно нет. Ладно. Хорошо. Вот мы и выяснили, что тут мы ни хрена не сделаем. Так. Ну давай. Ой-ой-ой. Чувствую, мне защищаться надо будет. А как тебя гасить? Дробовики очень эффективны. Знаешь, что очень эффективно? О! Так. Знаешь, что мы сделаем? Так, где у нас? Так. Усиленный ствол, нет, так. Это, или мушка в том, так, любая подходящая основная трубка, или к ней так. Скрывает пламя выстрелов, приглушает звук, это мы знаем. Укрощенный ствол, вся оружие позволяет проводить все операции с ним быстрее. Так. Укороченный ствол с пламя, укороченный ствол с глушителем, с компенсатором. Блин, а где у меня там?
твою ж мать! Как-то тебя надо со спины так хреначить. Я так думаю. У меня именно такие мысли. Блин, такой лошарик. Так. Вот даже не знаю, сколько тут. Ты же мне патроны все израсходуешь на раз-два. Так. Понятненько. Так, давайте с обычным. Все, можно и дальше идти. Вот так. Где-то тут руки человека, блин, там есть с плечом их. А что за оккультный?
Голова отдельно, тело отдельно. Что вы с ним сделали? Месяц уже сидим, как крысы в норе. Толку даже не знаем, осталось ли хоть кто-то еще в живых. Все, все антенны снесло, радиация какая такая, что о ремонте и думать нечего. Хотя, будьте не в порядке, кому мы нужны? Начальство так и не приехало, похоже. Правильно говорят строители. Надо обустраиваться здесь надолго. Что-то они совсем... Что-то не со своим советом совсем уже. Ладно бы строители такое выдумали, а военные, чего в эти игры играть? Чтобы не комендант своим приказом пайку урезал, а правительство постановило. А с него взятки гладкие, ну с пустыми складами все равно, как ни садитесь. Доктор прав, мы радисты, попали сюда не напрасно. Мы спасаем не только своих товарищей, но и тысячи выживших снаружи. Надо только наладить связь, сообщить начальству, что мы живы. Они обеспечат поставку продовольствия, и тогда проект «Ковчег» сможет дать всем желающим надежное убежище от радиации, что может быть сейчас важнее. Ну, конечно. Надеялся-то на лучшее. Все всегда надеялись на лучшее. Так, мы здесь были. Так. Опа. Так, а наверх-то я могу залезть? Нет. Ну, по крайней мере, не здесь, это точно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!